Ну, почему она хотела второй вариант? Ксюши тоже уже засняли сторис и сделали вот такие вот два варианта. И что-то у нее голова болит. Она горячая. Что ты делаешь? Привет. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Что ты гавкаешь? А? Что? Мячик? Ой, шарик увидела. Шарик. Нет, нет, нет. Не дам тебе, ты его лопнешь. Нет, нет, нет. Где твои игрушки? Моя маленькая. Отдыхать. Что это такое? Нельзя гавкать. Нельзя. Сейчас утро, ну гавкаешь. Ну ладно, дам тебе здесь поиграть. На. Тащится, надо пойти в шарик. Очень любит играть с этими шариками. Но она... Во. Сказала же. Она хлопает сразу же. Вот все. Сама виновата. Боже. Сама виновата. И где шарик? Это все, что от него осталось. Собачка, собачка. Смешная. Так, ладно, давай. Девчонки сегодня хотят спросить у подписчиков, что им надеть. В школу Маргарита уже подготовила два лука. И Ксюша тоже. Ксюша, доброе утро. Как спалось? Как глазки? Не чесались? Сейчас чешется, нужно закапать. Мы сейчас капаем новые капельки и пьем таблеточки от аллергии. Ты подготовила? Давай, Маргарита, сначала тебе снимем. Чтобы им это видно было. Угу. Все, мы выложили с одеждой Маргариты. Теперь идем подготавливать одежду Ксюши. Ты выбрала? А ты тоже такие штанички хочешь? Ой, ремешок классный. Ремешочек. А теперь выбирай другие штаны. Какие у тебя есть другие штаны? Нет, клетчатые. Ну, в клетчатых будет холодно. А почему? В штанишках клетчатых? Ну, я не знаю. Какой холодно сегодня, 24-27. Да, вот эти. Без ремня? Не, ремня, ремешок не надо. Ксюши тоже уже засняли сторис и сделали вот такие вот два варианта. Посмотрим, что выберут ребята. Так, ну а пока давайте... Давайте. Так, ну подождем немножко. Давай 5 минут подождем. Время еще есть. Ты игруля? А? Ты игруля? Она уже шарик лопнула. Она всегда на шарике. Она любит с шариками играть. А здесь все свои игрушки, которые тут. А где-то она их разбавила. Они на улице все. Да. На улице. Она его лопнула только что. Так, ну что, давайте посмотрим. Прошло 5 минут. Так, давайте посмотрим у Маргариты. Кстати, ребят, все ссылочки на инстаграм девочек, они все в описании. Вчера, кстати, у Маргариты отвечала на вопросы. Смотрите, сколько она вопросов отвечала. Ого. Ой, много. Так, как ты думаешь? Она хотела второй вариант. Почему? Она хотела второй вариант. Она сейчас расстроится. Скажет, ребята, вы что? Как вы не могли угадать, какой я хочу? Да, ну, если уж она спрашивает, то значит она должна выполнять. Ну, сейчас чуть-чуть еще подождем, может быть, еще придут. А у меня? Еще, может, придут и проголосуют. Почему такие призывы? Небольшая разница. Давайте. Так, Ксюш, тебе за первый вариант. Небольшой отрыв. Ай, боль. Видите, какой большой отрыв. 66% за первый вариант. Все, ребята выбрали вот этот первый вариант. Угу. Ксюша уже оделась. Собрали рюкзаки? Собрали завтрак? Все. Домашку сделали? Угу. Не было? Ну, на сегодня у меня есть домашка, мне нужно прочитать это стих. Угу. Поздравляю.
Это Каролина вчера делала в садике. Это домик, наверное, да? Это облака, это не знаю, что такое. Каролина уже третий день. Каролина уже третий раз переодевается на сегодня. Ой, Каролин, ты все уже точно выбрала? Свой лук на сегодня? Да. Молодец. Не выспалась, что ли? Где ты губку себе разбила? Это с Максом вчера играли, да? Да. Да. Вы так играете? Зелененькие. К шапочке, к футболочке. Давай. А что, шапкой пойду? Лучше, чтобы она не пошла. Знаешь, как она делала вчера? Она так слила кепку. Она ее отпускает, и она летит. Каролина, обувайся. Привет! Ты что принесла? У меня очень сильно болела голова. Очень-очень сильно. Может, от таблеток? Моя подружка сказала, что она тоже один раз пила таблетки от аллергии. И первые 3 дня ей тоже... Это реакция, значит, все-таки. Вот это для тебя. Ой, какая красота! Это из чего? Это такие, которые... Мозаика? Да, которые, которым мне подружка одна подарила, там я буквочек. Красиво. Да, можно. Вот это. Маргарите посылка пришла, я смотрю, долгожданная. Там ванна, бать, есть такие коробки, они стоят 200 франков. Угу. Они очень... Спасибо, красивые. Очень красиво. Разувай. Жарко, да? Да. Ну, надо было лучше в шортах. Вообще шорты, да, надо было одевать? Я голова болит. Я не форму. Давай не будем тогда больше таблеточки эти пить, только будем глазки капать, хорошо? Я заказала себе обувь, и давайте посмотрим на них. Коробочка. Такие красивые. Смотрите, какие они внутри. Покажи. О, какие красивые. Так, меряем. Вообще классно смотрится. Они мне казались на картинке, знаешь, такими детскими какими-то. Да, да, как тоже. Будто бы на детишек то таких. Я вот. Подумала, а если мы эти ну, еще прикольно смотрится на ноге. Мама, только тебе придется. Ой, какая лошадка. Тебе придется не каждый день, после каждой твоей прогулочки приходишь домой, берешь салфеточку и протираешь подошву, потому что подошва, она желтеет быстрее всего, да. Сразу пришла, протерла и все. Каждый раз, если ты будешь протирать, то она останется как можно дольше белой, не желтой. Так, подарок упаковать. Ксюша идет сегодня на день рождения. Ну-ка. 2 до 6. Круто. Все, Ксюня пошла на день рождения. Все? Ксюш, уже 2 часа, тебе 2 часа нужно было там быть. Нет. Нет? Не, обязательно, но 2 часа мы можем прийти. А, хорошо. Она уже тоже идет? Нет, я ее за ней пойду. Давай, иди. Я тебя. Деловая колбаса. На день рождения она пошла. Давай, пока, кузнечик. Пока. Ксюша пошла на день варенья, а у нас с Маргаритой генеральная уборка. Мы жалюзи моем. Они очень-очень-очень грязные. Вот смотрите, вот этот уже помыли. Вот это вот. А вот такие вот они у нас все в пыли. Вот это вот пыльца, это за этой пыльцей аллергия у Ксюши и у Макса. Вот она прям такая желтая. Давай. Быстрее закончим. Быстрее будем ты свободны. Мне дашь шоколадку? Да. О. Дам шоколадку тебе за твою работу. Милка. Милка. Угу. Ауч. Что там, не выпал еще зуб? Нет. У Маргариты сразу 2 зуба шатаются. Сразу 2 потеряешь. Thank you.
закончили мы мыть жалюзи, теперь стекла моем. Вот это внизу только мой, я наверху помою. Ну да, посерединке так. Я там домою. Фух, что-то я устала эти жалюзи мыть. Это вообще что-то. Батарейка садится уже. Ладно, будем мыть. Два окна нам нужно домыть. И все. Потом у нас там еще, которая открывается, дверь. Ее еще нужно помыть. Жалюзи там не помыты. И у тебя в комнате еще жалюзи. Ну, может, завтра, по-моему, сегодня уже, наверное, не буду. Ну вот. Это называется, я... Это вообще, я не знаю. Я убирала на улице, пришла домой, и нужно убирать дома. Нормально вообще. Детки поиграли. Бонь, как это называется? Ты не знаешь? И вот такое каждый день. У нее пришла после дня рождения, и что-то у нее голова болит. Она горячая. А, мы назад его подвинули. У тебя нет случайной температуры? Ты горячая? Болит голова? Давай попробуем, сколько сможем в этой катке. Ну, что ты так? Может, еще тебе альгифорчик дать? Ну, порошочек ты выпил, это же альгифор? Или это дофолган? Дофолган? Ну, да, альгифорчик тебе дать. Понял, да, чтобы пульки набивали. Пей. Нужно свечку в тазе заткнуть. Не надо свечку никуда. Ой, что-то я икаю. Давай сюда, зайчик, иди, зайчик. Ой, что такое? Ладно, подписчики, зайчики, давайте. Не надо. Бонь, куда же без тебя-то, а? Это девочка, надо меня облизать. А Боньку нужно искупать, потому что она сегодня куда-то влезла, и она воняет. Завтра будем тебя купать, поняла? Она воняет прям. Вонючка ты. Ты вонючка? Почешу, Боня, идет коза. Ну хватит уже чухаться. Да все уже. Да Бони. Бони, все. Идет коза рогатая за малыми ребятами. Забодай. Боньке не нравится коза рогатая играть. Так. Идет коза рогатая за малыми ребятами. Идет коза рогатая за малыми ребятами. Это твой топец. 2 метра дистанция, пожалуйста. Держитесь на дистанции. Саманта, блин. Это что, кому подарочек? А, кстати, понравился подарок подружке твоей? Да? Спасибо. Она всегда готова. Да, она всегда готова. Что она на твоей подушке лежит? Бонь, где твое место? Где место? Вот тут место. Твое место спать. На твоей кроватке. Она тут никогда не спит. Спит она, я один раз зашла, она прям лежала вот здесь. Ты выгуливала ее? Бонни, ну-ка, гулять? Иди сюда. Идем гулять. Иди сюда, все, спать. Гулять? Она уже пописала на ковер, так что. Она уже на коврик пописала. Ходи, все. Пока. Пока. Где? Где эта принцесса? Я поменяла водичку и в еду заплыскусь. Привет! Привет! Ты вышла погулять? А? Малюточка. Ну-ка, куда пошла? Покушать? Покушать здесь хочешь? Ишь ты какая! Деловая. Сейчас дырочку сделает и убежит. В домик. Ку-ку. Да, в домик. Куда пошла? Выходи, мы с тобой пообщаться вот хотим. Это. Ку-ку. О, все. Что ты делаешь? Не получается, да? Не получается, Кики? Так.
Дарья лапки так держит. Все, пошла. Ушла! Да, когда я ей все поменяла, я лежала на кровати, она тут сюда вниз, до сюда вообще. Угу. И она там вышла. Там она ковыряется где-то. Вот она вышла. Она вышла. Там не получилось проползти, что ли? Сейчас она себе набьет щечки и унесет. Кики. Кики. Вот все, набивает, смотри, набивает щечки. Саму вкусняшку сейчас заберет и все. Ну-ка, ищи давай. Она любит черви. Да? Там черви. Червячки сушеные. Да, она их себе берет. Все. Да, вот так. Это мама. Ладно, все, ребят, всем пока. Спокойной ночи. Укрывайся хорошо. Давай, повыше просто ляжь немножко, тогда нос не будет закладывать. Я могу вот это поднять. Ну, подыми чуть-чуть. Не надо. Чуть-чуть подыми. Только сильно не надо. Чуть-чуть. Вот, все. Угу. Да, вот так. И не надо подушку. Угу. А мишку. Вот, все. Все. Ладно, все, пока, ребят. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока.